Аккумулятор-то хороший? Что, за хвост подержать можно? Да еще рано. Сейчас собачку напугаем. А его это отрегулировали? А то... Ты рано снимаешь, Сера. Ну мало ли, может, самого как-то. Самый момент. Потом смонтировать можно. 1,25. Ага, сейчас только нет. Аккумулятор пошел. Ну, ёпта, ёпта. Сейчас на это. Поворачиваешься от него. Как помните? Его понижнее. Это почти десятка. Ну, там в последнее время не хочется заводиться туда. Надо, может, побольше это открыть патрубок. Слишком большие. Я там что, без винта? Да, ну так. Придерживать рукой. Она же льется из глушака. Ну, а я что хочу? Не залей. Залить напрочь. Нахуй. По самые помидоры. Что-то там розовый какой-то льется. Ты можешь еще там это, гидроудары, не? Нет. Там топливо такого цвета. Гламурное все. Гламурное. Самолет гламурный, топливо гламурное. Все гламурное. А ты встань там, ну, хвостом. Чтобы он взлетел. Между ног. Шишки есть, да? Да, сели. Ты на маму похож. Ну-ка, Леш, давай, как ты там, с одного оборота. Сейчас. Что-то вы его прям... 2,5 оборота, говорят, надо. Я давно за винт не держу. Ой, ай. Карбюратор. Что ж такое-то? Ничего. Перелит. Давай, на колесо там лежит. Перелит. Сейчас отскибается. Ну, иди. А ты газ там поддаешь? Не. Ты, наверное, на ТНК этот бензин брал. Ну тоже один раз такую бодягу налил. А наклоняет, чтобы избытки слить? Ну да, он сколько он все выливает там. Короче, он весь на асфальте. Все топливо. Ты еще нет, он там надолго хватает, а тот раз заводили. Подергать. Внушитель, если она не идет. Ну вообще-то розовый должен, трубка прозрачная. Сухой он должен. Заработало!
Поездить можешь? Поворачивай! Куда едешь? Ей все не хватило уже. Да вон туда, назад. Только машину не надо. Опаньки. Вот здесь как раз поездит самое оно. Делаешь больше. Он медленно очень реагирует на прибавление оборотов. То есть ты сделал больше. Он только через там 30 секунд.